В Латвии с приходом жары значительно увеличилось число пожаров. С аналогичной ситуацией столкнулись спасатели в Даугавпилсе и крае. Каждый день пожарные выезжают на многочисленные вызовы. Пока, к счастью, больших пожаров за две недели в городе и крае зарегистрировано не было. Уже пошла гореть в этом году свежая, но высохшая трава. Как много у нас пожаров в Даугавпилсе зафиксировано? Каждый день примерно где-то 5-6 у нас пожаров по Латгальскому региону происходит. Ну, в Даугавпилсе в среднем 2-3 пожара каждый день. Ну, по мелочи горим. Да, больших пожаров нету. По словам Чеслава Шмукса, не было пока и крупных пожаров в лесу. Вызовы, конечно, есть, но тушат небольшие территории, до 5000 квадратных метров. И еще не было ни одного зарегистрированного возгорания торфяных болот. При такой высокой температуре воздуха риск подобных пожаров очень высок, а ликвидировать их крайне сложно. Дело в том, что эти торфяные, они, как правило, затяжные пожары получаются, и в таком случае наши экипажи выезжают и работают там от темна до темна. Ну, работы действительно много, хватает техники, хватает сотрудников. Техника как выходит из строя, но мы ее ремонтируем, стараемся, чтобы боевые единицы, сколько в боевом расчете есть, чтобы они все были исправны. Резервная, к сожалению, резервная техника уже, можно сказать, вся она в боевая, уже не резервная. В случае, если не будет хватать личного состава, мне разрешено от руководства поднимать свободную смену и задействовать те, которые... В тот день те, которые люди отдыхают, я их могу задействовать на тушение пожаров. Во избежание возгораний сотрудники пожарно-спасательной службы просят жителей не бросать незатушенные окурки, не разжигать костры и соблюдать все правила пожарной безопасности.